Доброе утро всем, кто хочет быть здоровыми! Сегодня предлагаю сделать упражнение для укрепления мышц спины. Поехали! Встаем на четвереньки, руки на ширине плеч, коленки под бедрами. Делаем упражнение кошка. Мягко прогибаем спину, делаем ее круглой, а затем выгибаем. Еще. Вдох. Выдох. Упражнение делаем очень плавно. Вдох. Выдох. И еще. 5. Упражнения простые, доступны абсолютно всем, поэтому не стесняемся, присоединяемся к нам. 4. И 3. Медленно, медленно, медленно делаем. Хорошо. 2. И закончили последний раз. Отлично. Остались в этом положении. Выпрямляем правую руку и левую ногу. Потянули. Раз. Замерли, замерли. И в исходное. Меняем. Левая рука, правая нога. 2. 3. Теперь чуть быстрее. Поехали. 1, 2, 3, 4. Если вас беспокоит боли в спине, то обязательно повторяйте вместе с нами. И 5, 4, 3, 2. И последние 2 раза. Отлично. Закончили. Ставим носочки и поднимаемся наверх. Расслабили шею. Максимально прижали к туловищу и потянулись. Замерли в этой позе. Считаем. 8, 7, 6, 5. Получается? 4, 3, 2. Отлично. И вернулись на коленки. Ложимся на живот. Руки перед собой, ноги прямые. Поднимаем руки, опускаем. Затем ноги. И еще. Руки. Чередуем. 8, 7 на выдохе. 6. Укрепляем, укрепляем спину. Отлично. Еще. 4, 3, 2, 1. А теперь подняли руки, ноги и замерли. Оп. Замерли, замерли. Можно поплыть. Гребем. Еще продолжаем. 5, 4, 3, 2. Не сдаемся еще. Молодцы. Закончили. И садимся в позу ребенка. Отдохнули. И медленно поднимаемся наверх. Отлично. И закончим дыхательной гимнастикой. Руки через стороны. Вдохнули и выдохнули. Вдохнули хорошее настроение. И выдохнули неуверенность в себе. Отлично. Закончили. Я уверена, что цели, которые вы сегодня перед собой поставили, обязательно будут достигнуты. Будьте смелее и ничего не бойтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.